Сегодня в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит лидеров стран Содружества независимых государств. Традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ состоится по инициативе президента России Владимира Путина. По сообщению пресс-службы Кремля, в мероприятии примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Повестка саммита довольно обширная. В центре внимания подведение итогов 30-летнего плодотворного сотрудничества стран в рамках формата СНГ, считают эксперты. Стоит отметить, что саммит СНГ будет проходить в год 30-летия создания Содружества. Напомним, на октябрьском заседании Совета глав государств СНГ президент России обратил внимание на то, что за три десятилетия организация утвердилась как авторитетное региональное интеграционное объединение, в рамках которого страны стремятся выстраивать отношения на принципах добрососедства, партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Я думаю, президент нашей страны выскажет нашу позицию по необходимости стабилизации в регионе Южного Кавказа, подведет итоги 44-дневной войны, освобождения наших территорий и выразит позицию Азербайджана, связанную с дальнейшей стабилизацией в регионе Южного Кавказа. Несомненно, встреча важная, встреча достаточно актуальная.